Народ, вот я и в Севастополе. После долгих-долгих всяческих там учений, всяческого ерунды там, я оказался в Севастополе. Где я пока не понимаю, чего тут я пока не понимаю. Я буквально, вот это, так скажем, комментарий моего первого часа. За первый час взгляда на Севастополь. Я поселился, так скажем, с неплохим вроде бы видом, как мне сказали. Вот. Ну, как-то тут, если честно, пока месть странно для меня все. Ну, более подробно чуть попозже. Очень, я бы сказал, своеобразненько. Очень. Ну, сразу видно, что в Севастополе все для самогона. Отлично. Тут же эти продукты. Хорошая улица. О, сеть магазинов «Трофей». Прикольно. Интересно все-таки. Огромными буквами в центре гостиницы «Украина». Представляете, вот так вот сейчас где-нибудь в Киеве гостиница «Россия». Да хрен когда. Это опять-таки говорит, кто все-таки с ума сошел, а кто нормальный. Это так, замечание. Ну или крик души. Опаньки. Центральная городская библиотека имени Толстого. Кстати, наверное, все-таки пойду и сдам Чиполлино, который взял в 82-м году во Владивостоке.
дома. Программа контроля, мы ходили с автобуса, обходили и пришли пешком в эту локтану. Рыбку половили там, пожалуйста. Там база подводных лодок была, ремонтный завод, который там был. На столе прям выбрал, мы мимо него были пролетать. Крепость Каламита старая, вон она, генуэзская крепость. Генуэзцы жили. Кто жили здесь? Генуэзцы. А генуэзцы это кто? Не итальянцы. А город Генуя был отдельным государством. Вот они здесь организовали свой город. Нифига, и батискаф у вас даже здесь. Это вот сюда подводная лодка раньше заходила. Не в да. Скалу, туда, там тоннель. Водная лодка туда заходила, там ремонтировалась и выходила с другой стороны скалы. Вот они у нас, смотри, яхта Марина. Фига себе. То есть скала вся внутри пустая, там цеха завода. Да, ну так не понятно. Перегородили. И вот она выходила и прямиком вот смотри, к морю. Бухты, и вот это все пошло. Все уже открытое пляжи море. Пляжи пошли, там много пляжей. Самые классные пляжи. Это вот все оккупанты построили? Да. Каток оккупанты построили внутри комплекса. Дети вон играют спокойненько в хоккей. Не, ну видно, оккупация Крыма просто вообще капец. Жуть. Мы сами можем покататься. Я понимаю. Один секонд-хенд, да, сплошной секонд-хенд. Я санкции явно ударили, только непонятно по кому. Это... Нормально все, нет, нет. Все европейцы. Вот на кому-то на выигрыш стоит. Original brand. Это интересно, на какой выигрыш? Кто билетов купит пачку, тот получит водокачку. Так, и машину вот эту. А что это за машина-то такая? Китайская
Китайская? Понятно. Я уже заблудился, только по золоту определился. Слава богу, что все, я так понимаю, к золоту сводится. От золота можно отталкиваться влево или вправо. Я понимаю, потому что можно перепутать. Блин, как бедно живем, ё-моё. Теперь я понимаю, почему нас украинцы, вот эти хохлы, жалеют. Это для тех, кто особо устает, я понял, да. Да. Бесплатно можно попробовать. Здесь бесплатно можно попробовать массаж. Ну, это я понял, да. Да, скромный Севастополь со скромным, необъятным маленьким магазинчиком, полностью обнесенными санкциями. Пиздец. Сказать честно, даже это по уровню Лас-Вегаса очень даже нафиг достойно. Слушай, ну Севастополь явно с голоду пухнет, да? Да, оккупанты, смотри, что натворили. Это капец. Да. В Америке столько нету, блин, выбора. И вот число, блин. Капец. Да. В американтосе вот в такую приходишь к кулинарии, там будет potato salad, то есть салат из картошки, блин, chicken wings, ну вот, жареные эти куриные крылышки, ну еще какая-нибудь херня. Это еще и маленький это выбор, маленький, да? Вы зажрались тут, я. Я здесь серьезно говорю. У нас вкусно в комплексе, который у нас не было. Там реально вкусно. Ну, понятно. Невкусно вам уже. Курочек мало. Я понял. Маловато на вам санкции. Зажрались, короче. Ой, да колбасы-то и нету никакой, господи боже мой. Сколько тут? 180 сортов? О. Кажется, меньше. Да, точно. Капец. Надо было... Что-то не понял, это что, два ряда йогуртов? Вы тут вообще офигели. Ты йогурт... любишь? Да я-то все съем, но мне как типичному американцу что-то как-то уже не по себе. Надо больше санкций вам ввести-то. Офигеть! Один раз. Так, была попытка зайти днем в Севастопольский ночной клуб, который прямо в центре. Попытка оказалась безуспешной. Главное, интересно, тут так, я сейчас иду вниз, но если взять и так, и типа идти вверх, заходишь такой направо, бильярдный бар,
налево якобы ночной клуб. Потом, ну, короче, мы выходим. Но клуб я так и не понял, честно говоря. Интересно было бы глянуть вечером, как оно что светится и так дальше. Потому что странное пока место, так скажем, у меня вызвало ощущение. Кафушка, с той стороны тоже кафушка, даже какая-то пиццерия Челентано. Ну, это, конечно, круто. Интересно, кто же додумался назвать так пиццерию Челентано. Ну, наверное, был какой-то смысл. Интересно, никого нету, солнечный день. Такая штука меня немножко очень как-то удивляет. Вот владивостокцев фиг остановишь в солнечный день быть на набережной. Почему здесь так? Очень все странно. Ну, снега же еще нет. Где народ-то? Что за фигня? Да и снег, если бы был бы. Что, на лыжах нельзя, что ли, здесь как-то ходить? Непонятно. То есть, в принципе, там, если походить по этому кладбищу, то тоже интересно, да? Да. Ну, оно там пару могил осталось, а так все, его вот домами застроили. А, вот так даже? Да, это вот бесприторное
такой пруд. Я так понимаю, это торговая улица. От слова торговать, а не от названия. Это мы недалеко от памятника затонувшим кораблям. Это очередь на вакцинацию. Надо же. Прикольно. Просто на площади.